Ребята, 7 часов утра. Меня разбудили такие звуки за окном. Парни моют окна. Молодец, быстренько. Шур, 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 и все. Ой. Вот это да. Вот это да. Работенка. Она ужин у меня будет. Заказала с ресторана. Такой пакетик. Так, и вышла мне всего на 38,50. Ну, плюс чаевыми 45 дала. Чего-то, знаете, лень готовить. Заказала себе ресторанчик. Вышла. Ну, там 10 долларов, но с чаевыми 12. В общем, отдала 12 долларов. Ну что, поехали. Запах стоит обалденный. Еще с пылу с жару. Прям горяченькое все. Это простой рис. Просто рис заказала. Steam рис на стиме. Якобы, как бы, должен быть. Так, ладно, это рис. Запахи, запахи. Как упаковано все. Гляньте, как все тепленько, горяченько. О, это хлебушек, это лепешка. Нан. Лепешечка. Глянь, какая лепешечка. Да с маслом. Я, по-моему, с маслом не заказывала. Я заказывала просто чесноком. Видите, вот эти вот желтенькие вкрапления. Это чесночок. Ну, издобренный. Прям маслицем сливочным. Ой, горячая еще. Ребята, горячая. Все горячее. Виновница торжества. Рыбка. Рыбку звать Шерри. Это местная рыба. Местная красавица. А что я буду уже заворачивать? Я же уже буду есть. Оставлю все как есть. Лимончик дают. Устренький перчик. Ой, не могу. Голодная, проголодалась очень сильно. И лучок. Да, а-ля подушечка, а-ля салатик. Не знаю, как это назвать. Как это можно назвать? Значит, рис открою. Прям риса так много. Заказывала маленькую тарелочку. В общем, рис у меня, лепешечка, рыбка. Может, рыбку сразу сюда вот так? Нет, тарелочка красивая. Это покрасивее будет. Так, что у меня еще здесь? Горячая. Очень горячая. Подождите, посмотрим, что у меня здесь. Ой. Хорошо все упаковано, чтобы ничего не протекло, как говорится. Это гоби манчурин. Это в китайском стиле. Капуста цветная. Ой, гляньте-ка. Гляньте-ка, как это выглядит. Это очень вкусно. Горячая капустка. Ее сначала приваривают, а потом в кляре, в таком остреньком, много чесночка, специй, обжаривают. Какая прелесть. Ну, а рыба загляденье, да? Рыбка. Сейчас, сейчас. Правда, небольшая,
Но на нее и цена была тоже небольшая. Белое мяско. О, мясо какое. Одна из вкусных рыб местных. Местная рыбка. И гороховое пюре. Это хорошо все под целлофанчиком, чтобы не протекло. Вот такая баночка. Интересно, сколько здесь миллилитров. Он такой жиденький. Смотри, какое пюрешечко. Ой, обожаю его. Взяла по типу соуса. Все равно надо что-то на рисик класть. В общем, такой у меня. Еще ложечки-вилочки дали. Конечно, этим не пользуюсь. Ну и на том спасибо. Ой, ребята, как это хорошо. Она еще такая хрустявая, хрустящая, горячая. Какая она вкусная. Какая она вкусная, белое мяско. Такой у меня будет ужин. Скатерть-самобранка. Не, ну риса, конечно, наваляли. Будь здоров, как говорится. А капусты, ну так, с полкило точно есть. Хлебушек какой. Ой. Какой он красивый. А какой он ароматный. Гороховое пюре. Рыбка. Приятного мне аппетита. Но мне нравится. Здесь очень вкусно. Очень вкусный ресторан. И дешевый. Капустка. Ну, прям скатерть-самобранка. Риса так многовато. Капустки тоже. Вроде бы как на вид маловато, а так, знаете, по весу полкило точно есть. Хлебушек какой, лепешечка. Ой, какая она вкусная. Да еще горячая, так что мне повезло. Гороховое пюре и рыбка. Шерри. Белое мясо. Она очень хороша для запекания, для жарки. Это самое то. Ну что, приятного мне аппетита. У нас опять и снова песчаная буря. Глянь, как песок метет. Вот это вот все, это песчинки. Это песок. И он такого цвета красноватого. Завтра покажу остатки песка на балконе. Мой балкон уже засыпало. Просто засыпало. Бедные мои цветухи. Знаешь, что делается? Просто метет. Пурга. У нас заместо снега песок. Как выглядит песчаная буря. Дышать невозможно. Вообще дышать нечем. Фух. Рот открыл. Разговариваешь, а песчинки прям залетают и на зубах. Потом как песок трещат. Это ужас. Это что-то, что-то с чем-то. Ну, красиво, да? Интересно, конечно, такое явление. Ладно, это где-нибудь бы в пустыне, а в городе, в самом городе. Такие дела. У нас 8 вечера. Смотрите, какая красота. Красотень какая. И вот это только вот началось. Так быстро, очень быстро заволокло. Вот только недавно смотрела, полчаса назад. Ходила, смотрела. Все нормально было. И вот, пожалуйста, на тебе. Метет. При такой погоде очень опасно находиться на улице. Либо надо в маске ходить. Потому что вот эта вот пыль, вот этот вот песок, осадок, может в легкие попасть. Это очень... очень опасная вещь. Так что все, посмотрели, показала вам такую красоту, и все, и бегом, бегом домой. Забегу, дверь закрою плотно.
Хотя хоть плотно, хоть не плотно здесь закрывай, не закрывай, а все равно после такой вот песчаной бури все равно есть осадок этой пыли, этого песка. Смотри, ну вот прям мгновенно. Вот чистый листочек. А вот. Ой, завтра я вас купать буду. Душ вам устрою. Смотри, что творится. Ужас. Так что даже и при закрытых дверях он все равно попадает, этот песок, в квартиру. Оседает на мебели, на полках. Уф, везде, везде, ребята, везде. Осталось. Глянь. Все, придется мне их мыть. Их мыть, купать завтра. Вот так. Вот так у нас выглядит песчаная буря. И прям вот в течение получаса замело. Замело. 8 вечера у нас. Или что творится? Ужас, дышать нечем. Это самая опасная погода. При такой погоде очень опасно находиться на улице. Нужно обязательно либо в маске, либо вообще дышать этим очень опасно. Для легких это очень опасная вещь. Заволокло и метет. Метет, да? Как снег. У нас вместо снега песок. Он такого цвета красноватого. Ой. Все, побежала я в хаточку. Потому что невозможно находиться, дышать нечем.